Улица Новогинская – визитная карточка Сочи. Ее расцвет пришелся на 2013 год, когда закрыли проезд для транспорта. Вымостили прогулочную зону, высадили порядка 12 тысяч растений. Сегодня городские власти следят за тем, чтобы центральная улица оставалась ухоженной и цветущей круглый год. Это улица, которая требует особого внимания, так как здесь, сами понимаете, проходимость десятки тысяч человек в день. Поэтому еженедельный покос у нас идет газонов, подкормка растений, еженедельно также идет обрезка кустов, кустарников, прополка, обрезка там пальм, деревьев, веток. Ну и, конечно, ежедневный полив растений, контроль за санитарным состоянием улицы. Собственно, таким же образом организована работа и в других зеленых уголках курорта. Например, на площади перед художественным музеем на месте тех растений, которые отцвели, появится порядка 1500 саженцев. Дети, когда мы готовимся в школе, мы их наряжаем, а в обычной жизни немножко поскромнее, так и здесь, но... Нельзя сказать, что уход производится к какому-то мероприятию. Уход идет постоянно, и останавливаться он не может. Тем более, что в высокий сезон с увеличением количества туристов растет и антропогенная нагрузка. Каждый хочет запечатлеть себя на фоне клумбы, оставить в подарок букет или полежать на газоне. Что же касается кардинальных изменений на сочинских клумбах, то они произойдут в ноябре. Весенне-летний ассортимент растений сменит осенне-зимний, устойчивый к более низким температурам.